Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в праздновании 150-летия Голицына. К ним присоединился депутат Мособлдумы от «Единой России» Олег Рожнов. Он отметил, что при активном участии партии в рамках проекта «Культура малой родины» продолжает развиваться Голицынский парк героев Отечественной войны 1812 года. Часть праздничных мероприятий, посвященных Дню города, прошла на его территории. Для гостей парка выступили творческие коллективы, учреждения культуры округа, а также эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина и ансамбль Голицынского пограничного института.